Ребята, всем привет! Сегодня у нас йо-йо. Оценено $1.38, 50 грамм. Было у меня уже на распаковке вот такое вот профессиональное йо-йо, только ни хрена я им не умею играть. Ну, вы видели, да, видео, там ничего такого особенного, но если уметь, если заниматься, если научиться, то будет круто. Ну и у нас пришла еще одна такая же посылка такой тематики йо-йо, только это уже будет чуть-чуть интереснее. Здесь оно должно светиться. Трещотка, наверное, есть. Ну, давайте посмотрим. Дошла посылка, кстати, за, не знаю, ну быстро как-то. Может, недели три. Так, вот у нас так все упаковано. Маленький пакетик. И здесь пупырочка. Вот такой маленький слой. Но это достаточно. Ну и, собственно, вот само йо-йо. Давайте вот так надрежем и посмотрим. Так, здесь уже отлично. Здесь веревка установлена. Здесь я сам ее уже накручивал. Короче, потратил еще минут 15. Да, вот мы видим, оно светится. Ну так, попробовал. Прикольно. И должно оно еще, да, трещать. Там видим пружины. Давайте вам увеличу и покажу. Стоят там батарейки. И нарисован вот такой вот крутой какой-то пацан. Made in China Super Yo-Yo. И здесь так же само. В общем, в конце видео вы увидите, как оно работает. Я думаю, все вам понравится. И ссылка будет, как всегда, в описании. И есть у меня, друзья, вот такое вот еще йо-йо. Тоже оно работает. Здесь та же самая конструкция. Только здесь сразу сели батарейки. И какое-то оно мне не понравилось. Все сыпется. В общем, вот это вот получше, мне кажется. Хотя форма практически одинаковая. Даже по размерам оно также одинаковое. Ссылка будет на вот это йо-йо и на это в описании. Но это металл. Более приятное. Это пластик. Вы его убьете тоже, возможно, быстро, если будете его клоцать об асфальт. Здесь пластик, он такой хрупкий, поэтому, ну, за такую цену достаточно хорошего еще качества, но вот это дороже намного стоит. Это металл, сами понимаете. Китайцы лучше продадут такое одно и таких 10, и всегда будут в наваре. А вы уже сами думаете, какое вам покупать. Я бы советовал, конечно же, это. Да, ну и это для разнообразия так же само. Прикольная посылка, ждал я ее, буду играть. На этом все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Дальше смотрим видео, всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куча смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.